А ну быстро умываться! Посмотри, на кого ты похожа. Мокрая, грязная вся. Ой, беда с вами. Видно, вы не очень домой спешили. Мам, мы с Метель всю дорогу бежали. Даже через мост. Боже. А ну-ка спать сейчас же!
А поесть? Сегодня вы останетесь без ужина. Немедленно отправляйтесь в постель. Ну? Живо! А где дети? Я уложила их спать. Спать? А что так рано? Они сегодня провинились. Провинились? Да, они бегали через мост. А я им беспрерывно твержу, чтобы они не смели к нему близко подходить. Вот безобразники. Совсем от рук отбились. Так ведь дети всегда забывают, что им можно, а чего нельзя. Хватит выгораживать их. Метиль, Тиль-Тиль, ты спишь, Метиль, а ты спишь? Да уж, наверное, не сплю, раз говорю с тобой. Немедленно наложись обратно. Мама сердиться будет, если узнает, что ты встал. Откуда все это взялось? Я пойду гляну. Влетит Тиль-Тиль. Ничего не влетит, никто не узнает. Они что, сердятся? Нет, это просто их работа. Ой, а на столах-то всего... конфеты, пирожные, торты. Они их есть будут? Ну, ясно, для того все это приготовлено. Почему же они сейчас не едят? А им неохота. Неохота? Вот чудаки. Они когда угодно это могут есть. Каждый день? Так говорят. Неужели они все съедят? Неужели ничего не оставят? Может, они нам немного дадут? Они не знают нас. Ой,
Тиль-Тиль, они уже едят. У каждой девочки по 2 пирожных. А у мальчиков по 3. А у меня 12. Нет, 2 раза по 12, дай мне немножко. Чего ты? Пошли отсюда. Куда? Куда? Домой. Нечего нам тут делать. Мне холодно, Тиль-Тиль. Я замерзла. Я тоже. Они спят. Иду. Где у вас здесь птица с синими перьями? Она мне необходима. А ну, живо, несите сюда синюю птицу. У Тиль-Тиля есть птица. Но я не могу ее дать вам. Что-что? Почему? Потому что она моя. Вот как, она твоя. Безусловно, это серьезная причина. Ну, а где же все-таки птица? В клетке. Нет. Нет, 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 она не очень синего цвета. Вам придется найти такую, как мне нужно. Мы не знаем, где она. Я тоже не знаю, где она. Поэтому вы должны ее непременно для меня найти. Мне совершенно необходима синяя птица для одной маленькой девочки, которая серьезно больна. А что с ней? Понимаешь, точно этого не знает никто. Она хочет быть счастливой. Пойдемте, нечего терять времени, отправляйтесь на поиски, пойдемте. Прямо сейчас? Да, почему бы нет? Почему бы нет? Мы должны спать. Ах, спать! А что ж вы тогда делали на улице? Мы играли, что едим пирожные. Пирожные? Где у вас пирожные? Признавайтесь, куда вы их спрятали? Я страшно хочу пирожных. Где они? Где? У богатых детей, вон, видите? И они вас позвали попробовать свои пирожные, а? Нет, мы просто так смотрели. Как там красиво было. А, ни чуточку не красивее, чем здесь. Здесь совсем не красиво и гораздо темнее. Нет пирожных. Ах, да, совсем забыла. Вы же ничего не видите. Как это не вижу? У меня прекрасное зрение. Я даже отсюда вижу время на башенных часах. А я говорю, ты совершенно ничего не видишь. Ну вот меня ты видишь. Какая я, по-твоему? Можешь ты мне ответить? Молодая или, наоборот, старая? Красивая или совсем уж безобразная? А? Ну-ка, погляди внимательней. Может, ты своими зоркими глазами разглядел у меня на спине горб, а? Что ты молчишь? Ведь он совсем крохотный. Его и не видно вовсе. А мое платье? Мое великолепное платье? Оно усыпано драгоценными камнями. Оно все блестит, переливается. Неплохое платье. Неплохое? Неплохое платье? Это все, что ты о нем можешь сказать? Некоторые люди говорят, что не видят, как оно прекрасно. Да ты не такой, как они все. Ты не слепец и не злюка. Но я не вижу того, что не видно. Ай-яй, одну вещицу, которая снимает пелену с человеческих глаз. Тиль-Тиль, погляди, как она блестит. Это большой алмаз, он людям дает второе зрение. Как? Нужно надеть эту хорошенькую зелененькую шапочку на голову и повернуть алмаз все равно в какую сторону. И сразу же мир станет совсем другим, не таким, как прежде. Наконец-то вы прозреете. А это не страшно? Не задавай глупых вопросов, может, немножко страшно, зато очень интересно. Повернув алмаз, ты сейчас же начинаешь различать, что заключают в себе различные предметы. Да-да, самые обыкновенные предметы, ну, например, душу хлеба, душу молока и душу воды. А душу сахара можно увидеть?
видит. Ну, разумеется, бестолковая девчонка. Но душа сахара ничуть не важнее, чем душа воды. Да. Этот волшебный алмаз, в котором скрыта чудодейственная сила, поможет вам найти синюю птицу. Держите, Тиль. Смело положись на него. Он выручит вас из любой беды. Спасибо. Ну-ка, попробуй надень на себя шапку. А теперь поверни алмаз, Тити. О, кто вы? Я свет, друзья, и блеск моих лучей меняет мир в глазах людей. Я повелю, и вмиг увидят все наш мир в невиданной красе. Куда бы взгляд мой не упал, сияет гранями кристалл. Туман и пелена упали с глаз, простые вещи восхищают нас. Для всех людей, чей чистый ясен взгляд, мир изумительно прекрасен и богат. Он праздничней любой мечты, тот мир, что видишь ты. Вспыхну я, и запылает все тот час. А ну, подальше от меня, чтобы не сжег я вас. Вы очаровательный юноша, но прошу вас держаться на расстоянии. Смотрите, что сейчас будет. Вполне возможный факт. Вам я кажусь квашнёр, но это все не так. Я вовсе не такой. Узнать меня легко. Я неразлучна с вами. Молоко. Здравствуйте, меня зовут Хлеб. Я самый давний из друзей. Ерунда. Самый давний друг и, поверьте, самый верный. Без меня бы он был всего лишь кусок теста. Без меня он был бы всего лишь кулем муки. Я давний друг человека. Вода всегда была к людям добра. И к тем, кого ты утопила. Поведете себя возмутить. Ты помолчи. Начал, какая молчание будет делать. А теперь, малышка, давай ты. Ну, смелее. О!
Ой. На меня? Ребята падки от того, что весь я сладкий. Вы, наверное, сахар? Конечно, моя славная. На конфетку. Прошу. Ешь, Сула, ешь. Чего? Маленький хозяин, господин. Наконец-то я с тобой разговариваю. Наконец! Чего? Я махал хвостом, лаял и не мог тебе объяснить ничего. Как это было тяжело, если б ты только знал. Но теперь я счастлив. Я ужасно счастлив. Хочешь, я выкину какую-нибудь штуку, пройдусь на передних лапах или станцую на задних? Хватит себе. Нельзя же быть таким дураком, Тело. Ну, здравствуйте. Я всех приветствую. Это душа Телетты. Подойди к ней. Я хочу рассылать всех! Как нам будет весело! Я еще хочу поцеловать тебя, маленький хозяин. Куда это вы собрались в такое позднее время? Почему вы не в постели? Мы синюю птицу пойдем искать. Этого делать нельзя. Почему нельзя? Да потому что это опасно. Очень опасно. Так ты оставайся, если боишься. А мы пойдем, правда, хозяин? Мы пойдем. Итак, ступай, малыш, вперед. Тропа волшебная зовет. Твой долг — найти чудесный путь, открыть бесценной тайны суть. Прекрасен мир, огромен, широк. Любую можно выбрать из дорог. Что ж, наверное, вы выбрали правильно. Я понесу клетку. Нет, ты останешься здесь. Дети навестят дедушку и бабушку одни. Нас туда не звали. Куда мы идем? В страну воспоминаний. Возможно, вам удастся найти синюю птицу в прошлом, за туманом забвения. Слушайте меня. Мы с вами должны подумать о нашей дальнейшей судьбе. Все присутствующие здесь, животные, стихии, предметы, все мы обладаем душой, которую пока еще человек не разгадал. И мы еще не совсем потеряли независимость. Но вот стоит ему найти синюю птицу, он узнает все. И постигнет все. И мы будем полностью в его власти. О, это было бы очень неприятно. Человек ни в коем случае не должен поймать синюю птицу, надо помешать ему. Ах ты бессовестная, не смей так говорить. Почему это? Помни, человек велик, мы всего лишь его слуги. Выдумки, чем он велик? Тем, что он человек. Человек! Хватит этого! Ура! Человеку! Да здравствует человек! Если ты против него что-нибудь затеешь, я тебя сначала задушу, а потом пойду и все ему расскажу. Не задерживайтесь там. Я жду вас. До свидания. Я ничего не вижу, а ты? Может, надо повернуть алмаз?
и что? Все равно ничего нет. Здесь же наши дедушка и бабушка должны быть. Может, мы не туда пошли? Метиль, узнаешь? Не могла же ты забыть? Я знаю, только никак не вспомнить. Конечно, Тильтиль, это дом дедушки. Дед не спит. Да проснись, говорят тебе. Где? Что там? Ты что-нибудь чувствуешь? Что я во сне могу чувствовать? Это Метиль, Тильтиль. Они о нас думают. Верно. Мы здесь, бабушка! Мы здесь, дедушка! Не очень мне получается бегать, то ревматизм мешает. Милые мои! Вытянулся как, совсем взрослым стал. Метиль, малышка. Метиль, иди-ка сюда. А ты ко мне. Как это вкусно пахнешь. Поцелуй-ка меня еще разок. А ты меня поцелуй своего старого деда. А папа и мама, как они? У них все хорошо? Они спали, когда мы из дома ушли. Дедушка, ты ни капли не переменился. Ни капли, и бабушка тоже. Это потому, что вы стареть перестали. Зато вы меняетесь. Ну-ка, ну-ка, иди-ка сюда. Сейчас проверим, насколько вы выросли. Когда вы были у нас в гостях последний раз, я сделал на двери зарубки. Встань-ка прямо. Вот так, ну-ка. О, 4 пальца. Вот это вырос, как вырос. Сейчас тебя смерим. Стоись. Целых 5. Это ничего себе. Браво, малышка, браво. Что-то вы нас совсем забыли. А мы все ждем, не навестит ли нас кто-нибудь из живых. Стоит вам о нас подумать, мы просыпаемся и видим вас. Выходит, достаточно нам подумать? А ты этого не знал? Нет. Ничего эти живые не знают. Вы спите целыми днями? Когда жизнь кончена, поспать приятно. Ну и просыпаться приятно. Покажи-ка твои носки, Тильтиль. Не надо ли их поштопать? Нет. И этот целый. Жалко. А когда-то я одна обшивала всю семью. Да, я помню. А помнишь мой яблочный пирог? А суп из капусты? Я всегда объедался. И всегда у тебя болел живот. Все хорошо, в меру. Может, вы хотите пообедать? Да, еще как. Тогда пойдемте. Прошу к столу. О! Ах, как вкусно пахнет! Ну, совсем не так, как прежде. Здесь все хуже, чем было там. Уж очень просто все. When you've been a mother and a housewife, paradise is too like Sunday to be true. Для того, кто вел всю жизнь хозяйство, малышей растил, кормил семью, грустно жить, не зная, чем заняться. Нелегко бездельничать в раю. When you've been a woodman and a father, тем, кому пришлось весь век трудиться, отдохнуть не вредно. Но порой в райском сне работа снова снится, и в руках поют топор с пилой. Honestly, I'd sooner I was spending at least some of my eternity in mending, in raking, hatching, thatching, baking, absolutely any old chore. But they won't let us work here anymore. Как вкусно! Еще хочу! Ну что ты за безобразник? Сколько раз я объяснял тебе, как надо себя вести за столом? Такие же затрещины ты мне давал, когда был жив.
Вот, не думал, что их получать так приятно. Рад, что угодил тебе. А Дрозд у вас тут поет? Видишь, ты только подумала о нем, и он запел. Он, оказывается, синий. Дедушка, он синий. Бабушка, это та самая птица, синяя птица. Можно мы ее возьмем с собой? Вы ее нам отдадите? Пожалуйста, ну что пожалуйста. Что скажешь, дед? Конечно, пусть забирают. Его не слышно никогда, только и знает, что как спать. Это здорово, что мы нашли ее у вас. Только имейте в виду, я за эту птицу не отвечаю. Боюсь, как бы она при первом удобном случае не вернулась обратно. Мы за ней присмотрим. Кто-нибудь подумал сейчас про время? Эти часы никогда не бьют. Я подумал. Тогда понятно. Мы-то о нем вовсе не вспоминаем. Никогда. Мы пообещали, что не будем задерживаться. Вечно у этих живых суета. Раз пообещали, нужно отправляться. Ни минуты не посидят спокойно. Вы к нам почаще заглядывайте. Хорошо, бабушка, мы придем. До свидания, дедушка. Спасибо за птицу. Не забывайте нас. Мы так радуемся, когда вы о нас вспоминаете. До свидания, прощайте. Ой, Тиль-Тиль, птица уже не синяя. Она стала черной. Лучше отпустим ее. Дедушка сказал, что она полетит домой. Возвращайся назад, маленький Дрозд. Прости, но нам нужна синяя птица. Может быть, далекий блеск зорницы? Это след летящей синей птицы. Где ты, птица? Где ты, птица? Ау! 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 Ты, малыш, из тех, кто не боится устремиться в путь за синей птицей. Так иди и к людям возвращайся. Ради них узнай, в чем тайна счастья. Happiness is given to so few. There must be something you can do to bring to earth that restless blue that suddenly comes close in two. When you think you see the flash of blue, let the world that waits and listens see. Синяя птица, смотрите. Куда она полетела? Туда. Видите? Это дворец ночи. Какой он мрачный. Все тайны жизни спрятаны в этом дворце. И ночь охраняет их. Пошли скорее, а то мы ее... Остановись, Тиль-Тиль. Не спеши. Дальше я идти не могу. Почему? Почему не можешь? Это все ночь. Я совсем выбилась из сил. Идите без меня. Без тебя? Да, мои дорогие. Я вас тут подожду. Без тебя я не хочу. Не нужно бояться. Знаете, ночь не может помешать человеку проникнуть в тайны ее дворца. Вы непременно должны найти синюю птицу. Не дайте ночи запугать вас. Отоприте все двери.
Осмотрите весь дворец. Ничего сделать нельзя, госпожа Ночь. Не пойму, о чем ты. Сюда идет мальчишка Тильтиль, чтобы отобрать у вас синюю птицу. Пусть только сунется. Он завладеет ею, если мы ничего не придумаем. Что за времена настали? Я абсолютно перестала понимать людей. Чего они вечно ищут? Все тайны им подавали. Совершенно верно, госпожа Ночь. Именно это им и нужно. Я буквально с ног сбилась, чтобы их остановить. Что ж, пусть приходят. Теперь у нас единственное средство. Дети все-таки. Ну, давайте мы на них нагоним страха, чтобы они не до всех дверей сумели добраться. Мысль не дурна. Надо показать им пещеры, где прячутся самые жуткие кошмары и ужасы. Сюда, мой повелитель. Сюда. Что ты тут делаешь? Я предупредила госпожу Ночь, что вы придете, она будет счастлива видеть вас. Ах, как мило, как любезно. Добрый день, госпожа Ночь. Добрый день. Не болтай глупостей. Говорить надо доброй ночи. Или в крайнем случае добрый вечер. Это ваши дети? Какие славные. Да. Его зовут Сон. А этот чего так закутался? Больной, наверное? Сестра сна здорова. Имя ее известно всем. А мне нет. Смерть слышал, надеюсь? Ну ладно. Значит, вы за синей птицей ко мне пришли, верно, мои милые? Да. А вы скажете нам, где она? Так ведь про это я ничего не знаю. Как же? А Свет говорит, что она у вас. Дайте, пожалуйста, ваши ключи. Мои ключи? Да, мы должны осмотреть дворец. Ты прости уже, дружок, но я твое желание исполнить не могу. Я главная хранительница величайших тайн природы, и допустить к ним вас не имею права. Я ни в коем случае не собираюсь давать свои ключи никому. Тем более детям. Вы обязаны исполнить все, о чем вас человек не попросил. Я это точно знаю. Кто сказал тебе? Свет. Опять Свет? Свет не смеет вмешиваться в мои дела. А можно я отниму у нее ключи? Тихо! Не стыдно тебе? Перестань шуметь. Дайте мне ключи, пожалуйста. А у тебя есть знак? Вот он, алмаз. На, бери. Но если с вами что-нибудь случится, вините во всем себя. Я не отвечаю за последствия. Но пойдемте. Госпожа Ночь, в силу моего преклонного возраста, опыта и моей преданности, дети, я по праву являюсь их заступником. На основании изложенного позвольте вам задать всего один вопрос. Ну, задай. В случае возникновения опасности, куда бежать? Да куда ж бежать? Некуда бежать. Идемте. Все бедствия, все болезни, скрытые в пещерах моего дворца, все ужасы и страхи, и все катастрофы,
все тайны испокон веков, омрачающие жизнь человека. Беда, если хоть кто-нибудь из них вырвется на свободу. Что ж, двери в эти пещеры перед вами. Открывай, если хватит смелости. Я не должен бояться, я синюю птицу ищу. Как тут холодно. Вас ждет еще много сюрпризов. Что за этими дверями? За этими? Я думаю, призраки. Я, кажется, скисаю. Заржавело-то как? Ничего нет странного. Не открывали давно. Я совсем не боюсь. Но, по-моему, лучше сперва заглянуть в замочную скважину. Давай сюда клетку тяну. Ничего страшного, ничего страшного, все в порядке. Принимают их всерьез, и они потеряли всякую уверенность. Гоните их всех обратно! Пошли! Пошли! Кыш! Пошли, кыш! Ну, быстро! Быстро! Все равно от вас никакого толку! Что за этими дверями? Осторожней, Тельтель! Это самое опасное место в моем дворце. А там кто живет? Кошмарные кровожадные чудовища. Войны. Людям они хорошо известны. Не ходите туда. Пожалуйста, не надо. Умоляю, ни в коем случае. Я должен здесь осмотреть все. Поймите, Тельтель, это опасно. Нет уж, пусть смотрит, если хочет. Я никак не могу отказать ему в просьбе, даже самой безумной. Берегись! Стоит выбраться наружу кому-нибудь из них, и беда неминуема. О, прошу быть поосторожнее. Послушайся, госпожу Ночь. Тельтиль, ты еще многого не знаешь. Ты так юн. Я желаю тебе добра.
Клянусь, ты и представить себе не можешь, что тебя ждет в этой кошмарной пещере. Были люди, входившие туда, но обратно не вышел ни один. Каждый, кто хотя бы на волосок приоткрывает эту дверь, погибает. Но что же там? Там бездна. Да, бездна беспредела. Я войду туда. Не делай этого, мой мальчик, это безрассудство, я тебя умоляю. Госпожа Ночь спасти тебя хочет. Тиль-тиль, не нужно, пожалуйста. Я войду туда. Великолепно, можешь идти. Рискуй своей жизнью, если тебе угодно. Подождите, подождите меня. Скорее бегите, вы погибнете. Мой маленький хозяин, я не боюсь. Я иду с тобой. Ты не один. Ты хороший пес, Тилу, храбрый пес. Я тоже с тобой, Тиль-Тиль. Я не оставлю тебя.
Что с ней? Почему они умерли? Может, мы виноваты? Вы не виноваты, Тильтиль. Это не настоящие птицы. Мы ведь сами видели, что они летают. Они были живые, были красивые. Это птицы сновидений. Они не выносят дневного света. Давайте-ка оставим их здесь. Они исчезнут под солнечными лучами. Взмах птичьих крыльев в небе синем и высоком тревожит слух людей, подобно детским вздохам. И дети, чьи надежды не сбылись, след синих птиц теряют, глядя ввысь. Не улетайте, птицы наших сновидений, вы были с нами только несколько мгновений, и слезы не дают увидеть мне след призрачный в дневной голубизне. Хочу. Я тоже. Кто тут замерз, признавайтесь скорее. Рядом огонь, он всех вас согреет. Жажда не беда, если с вами вода. Здравствуй. Должно быть, ты очень устал. Идем со мной. В моем дворце тебя ждет отдых, развлечения, вкусная еда, словом, все, что хочешь. Идем со мной. Кто это? Ну, о чем тут раздумывать? Ведь нас ждет свет. Тебе нравится мой конь? Я тебе подарю такого же, даже лучше. Ну, поедем. Не стоит терять времени. А? Но мне нужно искать синюю птицу. О, это подождет? Свет, свет! Тильтиль уехал с какой-то дамой! Куда уехал? Не знаю, она ему много-много всего наобещала. И еду. Какую он захочет? Только послушай. Она его на лошади увезла. А ты почему осталась? Сама не знаю. Она не звала меня. Еда! Вы слышали? Еда! А? Идем, скорее. Они плохо делают, да? Ничего, пусть идут. We'll be right back.
Браво, восхитительно. Как здорово. Это мой молодой друг. А? Его зовут Тильти. Здравствуйте. Он разыскивает синюю птицу. Ты знаешь, кто перед тобой? Самые большие удовольствия на свете. Вот видишь, как их много. О, Тильтиль, ты только взгляни. Кто это? Это, дружок, удовольствие быть богатым. О, Тильтиль. Очаровательно. Это удовольствие обожать себя. А какое блаженство постоянно любоваться собой. О, Тильтиль, обрати внимание. Это весьма уважаемая пара. Но? Удовольствие не знает ничего. Ничего. Удовольствие не понимает ничего. 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 Хороши, а? Удовольствие есть, когда не чувствуешь голода. Удовольствие пить, когда не чувствуешь жажды. Вот удовольствие ничего не делать. А вообще-то, что все делают у вас? Что делают? Ну, мы целыми днями все только и делаем, что не делаем ничего. Ни минуты не бывает свободной. То поешь, то попьешь, то поспишь, и все время уходит на это. И вам не скучно? Ни капли. И потом, что же еще делать на этом свете? Мало ли всяких дел. Например? Моя мама занята всегда. Кому что нравится. Пойдем танцевать. Я-то думала, что ты смелая девочка, а ты, оказывается, трусишка. Я не боюсь, только... Что только? Тильтиль меня с собой не позвал. Тильтиль, что же ты без нас уехал? Thank you.
пожаловать на 12-й утренний банкет! Куропатка! Куропатка! Вкуснее куропатки ничего не бывает! Обратите внимание на французские булочки. Они здесь просто великолепны. А какие чудесные взбитые сливки! Но аппетитнее всего сласти. Сколько пирожных! Хочу, то и делаю. Ты пьян? Ничего подобного. Свет! Алмаз, поверни тильтиль! Поверни алмаз! Вы не узнаете меня, не узнаете материнскую любовь. Вы очень на маму похожи, но ведь вы красивая. Дома, может быть, не всегда моя красота заметна, но вот здесь все видно, это и есть правда. У вас такое платье, вы, наверное, очень богаты. Все матери богаты своей любовью к детям. А, это ты, теперь я узнала тебя. Ты всегда ходишь с этим колечком. А это ты обожгла, когда разжигала плиту. Какие у тебя мягкие руки, белые. Голос такой нежный. Да, дома я бываю другой. Там всегда заботы, дела. Любопытно, узнаете ли вы меня в старом будничном платье, когда возвратитесь отсюда? Мы не хотим никуда возвращаться. Разве нам с тобой нельзя остаться здесь? Я везде с вами, где бы вы ни были. Понимаете, вы сюда пришли только для того, чтобы научиться видеть меня. Видеть такой, даже когда вы дома. Но мне так понравилось здесь. Можно мы останемся? Глядите, синяя птица. Не теряйте времени. Ох, как я люблю вас. Ну, бегите. Бегите, мои миленькие, скорее. Благородные деревья, я кланяюсь вам. Наш враг так глуп, что сейчас сам придет в ваши руки. Тильтиль, сын лесоруба, идет сюда.
Знаете, чего добивается этот паршивый мальчишка? Он поклялся найти синюю птицу, которую вы испокон веков скрываете от человека. Что вы сказали? Пес? Ну, конечно, он с ним. А как от него избавишься? Подкупить его? Это невозможно. О, это вы, мой маленький хозяин. Как я рада видеть вас. Что ты тут делаешь? Я известила деревья, что вы идете. Теперь синяя птица будет наша, я уверена. Ты ее видела? Нет, но я попросила деревья нам помочь. Они согласились, но для этого ты должен их оживить. Поверни алмаз, Тильтиль. Поверни алмаз. Наконец-то мы можем поговорить с человеком! Слышите? Мы ему скажем все! Все скажем! Тихо! Дуб хочет говорить с людьми. Птица, Метиль! Не приближайся! Это же синяя птица! Говорю я, нам известно, зачем тебе птица, Тильтиль. Известно, что ты стремишься раскрыть великую тайну бытия. Этого не будет. Чтобы человек поработил нас совершенно. Что вы? Птица нужна для больной девушки. Молчать! Молчать! Не смей сейчас разговаривать, ярый паралитик! Куча гнилых корней! Вот видите? Прекрати! Веди себя прилично! Ай, ну что ты еще выдумал? Ты меня ударил? Я должен тебя полизать. Хватит, хватит! Давай лучше свяжем. Как свяжем? С чем? Думаю, ключ подойдет для этого. Что мне делать? Посидишь немного на привязи. Потная предательница! Ну погоди, я до тебя доберусь! Перестаньте, Лова, рываться! Хозяин, берегись! Они что-то против тебя замышляют! Я чувствую! Наша птица! Стой на месте! Я велел стоять! Сегодня, друзья, мы впервые можем судить человека и показать ему наше могущество. Взгляни на нас! Мы жертвы ужасных преступлений, которые многие века оставались безнаказанными. Перед тобой души тех, кого вы так давно жестоко мучаете. Неправда, я никогда и никого не мучил. Не ты, может быть, а человек! Мой отец! Нет! Смерть! 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 У него нож! Нож или топор все равно! Ему не уйти от нас! Хозяин, я спасу вас! Пусти, пусти! Помогите кто-нибудь, помогите! Алмаз, алмаз, дети! Где мы? В царстве будущего. Все эти дети еще не живут.
Они только ждут часа своего рождения. И тех, для кого этот час пробил, само время провожает к их отцам и матерям. Тут тысячи таких залов, и в каждом из них множество самых разных мальчиков и девочек. Их так много, что они будут рождаться до скончания веков. Можно с ними поговорить? Конечно, я оставлю вас одних, чтобы вы чувствовали себя посвободнее. А я изобрела что-то. А это мое изобретение. А для чего это? Оно принесет всем счастье. А как это работает? Я пока не знаю. Придет время появиться на свет, узнаю. А когда это будет? Через 83 года, 2 месяца и 6 дней. Ты тоже что-нибудь изобрела? Да. Мы отсюда никак не можем уйти с пустыми руками. Видишь? Тут 100 лекарств от любых болей и недугов. Наверное, ты очень умная. Да. Я займу весьма важный пост и сделаю массу всяких изобретений. Вот для этого короля 9 планет. Короля 9 планет? Когда кролик посит, ты ко мне близко не подходи. А он говорит... Он говорит, что будет основателем всеобщей конфедерации планет. От Меркурия до Плутона эта конфедерация станет самым грандиозным сообществом обитаемых планет в истории. Так выходит, это будет огромная империя? Да не империя, а добровольный союз свободных народов. Братец, кролик, видите того мальчика, который крепко спит? Однажды братец-лис встретил братца-кролика. Что? И говорит, здравствуй, братец. А он говорит, что хочет родиться поскорее. А он говорит, вот... Этот принесет людям истинную радость. Как это? Его осенят мысли, которые еще никому не приходили в голову. Он слепой? Еще нет, но потом станет слепым. Кажется, он сможет победить смерть. Разве так бывает? Наверное, бывает. Летиль, Тильтиль, здравствуйте! Ты нас знаешь? Само собой, я буду вашим братом. Что? Скоро? В будущем году, 30 июня. Они мне сказали, что вы пришли. Уж ты не обижай меня, когда я буду маленьким. Пока надо нашу колыбельку чинить. А что ты изобрел? Ничего, зато я принесу с собой болезни, целых 3. Скарлатину, ветряную оспу и менингит. Болезни? Ну и что будет? Я уйду от вас. Стоит ли тебе приходить к нам? Выбора у нас нет. Час настал! Вы готовы? Мы готовы! По одному, по одному! Только те, кому сегодня положено родиться. Вас гораздо больше, чем требуется. Проходи по одному, по одному. А ну-ка покажи, что у тебя. Проходи, проходи так. А у тебя? Проходи, проходи. Следующий, кем ты собираешься быть? Агрономом. Замечательная профессия, рад на тебя. Проходи. Следующий. Следующий. Ну а ты кто? Финансист. Слишком много финансистов развелось нынче. Вот что нужно действительному миру. Побольше честных людей. Их всегда не хватает. Ты кто? Честный человек, дедушка. Хо-хо! Вот про тебя-то я и говорил. Вовремя ты появился, проходи. Ну что ты встал? Долго тебя ждать? Я забыл коробку. Коробку? С моими преступлениями. С теми, что ты должен совершить. Так давай неси их сюда, но можешь не спешить. До свидания! Ваши мамы ждут вас! Скоро вы их увидите! Нет, нельзя! Ты уже третий раз, пытаясь раньше положенного времени появиться на свет. Попадешься еще раз, но всегда оставлю тебя с моей сестрой вечностью. А это, уверять, я не весело. О, проходи. Проходи. Я не хочу уходить и рождаться не хочу совсем. Оставьте меня здесь. А нельзя мне вместо нее? Мои родители меня уже давно-давно ждут. Конечно, нет, и слушать не желаю, а ты проходи.
there's no point refusing. No picking, no choosing. You're in the hands of fate. No stopping, no starting. It's instant departing. And all stations through to your fate. No after beforeing. And no use imploring. You're in the hands of fate. You'll have to take it or leave it. You'll have to believe it. You're all in the hands of fate. Нет смысла толпиться, просить, торопиться. Напрасны слова и мольбы. Бессмысленно спорить. Прошу вас запомнить, что все мы в руках у судьбы. Ни раньше, ни позже, ни прежде, ни после, а именно в нужный момент отправит вас тоже к судьбе своей в гости, желаете вы или нет. А ну, поторапливайся, да опоздайте, давайте, давайте, хорошо, проходи, так, 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 так. Кого нет? У меня одного не хватает. Ах, вот ты где, быстренько прощайся с ней, ты всех задерживаешь. Пожалуйста, позвольте мне остаться с ней. Или мне пойти с ней. Невозможно. Я появлюсь там слишком поздно. Когда она придет, меня уже не будет. Ничего не могу поделать, идем. О, прошу вас, не нужно. Оставьте его за мной. Он идет не умирать, а жить. Я всегда буду любить тебя. И я всегда. Ты меня не забывай. Я не смогу, если даже захочу. И ты помни меня. Ну, довольно. Иди. До свидания. До свидания. Кто вы? Что вы здесь делаете? Они пришли со мной. Как вы смели? Мы ищем синюю птицу. Здесь не может находиться тот, кто успел на свет родиться. Поглядите, куда мы пришли. Узнаете? Конечно, ведь это наш дом. Ты недовольна? Нельзя еще домой. Почему? Птицу-то мы не поймали. Птицы из страны воспоминаний почернели. Из дворца ночи умерли, а те, что были в лесу и царстве будущего, улетели. То они улетят, то умрут от чего-то, то цвет изменят. Ну почему так? По-видимому, вы напрасно сажали их в клетку. Мы не поймаем ее никогда в жизни. Поймаете, наверное. А тебе хоть раз удалось поймать синюю птицу? Да. Всякой птице нужна свобода. О свободе поет она. И об этом надо нам помнить. Ни на миг нельзя забывать. Пусть не все понимают это. Не каждому это дано. Но вы непременно поймете, что птица не может жить в клетке. Она рождена для неба. Ей нужен простор и воля. Потому-то всего лишь одно мгновение. Я держала ее в руках, и она улетела. Что с тобой, молоко? Ты почему грустишь? Для всех нас настал грустный момент. Время, отпущенное нам на исходе. Мы должны с вами попрощаться, друзья.
Я хотел бы от имени всех присутствующих... Только не от моего, у меня есть собственный голос. Всех присутствующих. Я хотел бы проститься с этими достойнейшими детьми, высокая миссия которых подошла к концу. За смешанным чувством, нежной любви и душевной боли мы расстаемся с ними. Обязательно надо расставаться. Увы, это неизбежно. Но вы найдете меня всегда. Рядом с собой. В этой комнате. На этом столе. И меня не забывайте. Я тоже всегда здесь. Не забывайте, что вам со мной бывает всегда очень сладко. Так вы все уйдете. До свидания, Тильтиль и Митиль. До свидания, дорогие мои. Не обожгитесь, когда будете греться возле меня. Прощайте. Довольно, Тино! Немедленно прекрати! Нашел время устраивать потасовку. Ты что, не понимаешь, что наступил час разлуки с детьми? Не понимаю. Мы все должны погрузиться в молчание. Нет, нет, я и не подумаю. Я отказываюсь. Я всегда хочу разговаривать с тобой, хозяин. Пожалуйста, можно мне остаться? Я буду говорить с тобой, Тило. Я сам с тобой хочу разговаривать. Я буду хорошим, обещаю тебе. Я никогда не стану озорничать, не стану больше таскать ничего. Если хочешь, я даже кошку поцелую. О, Тило. Пожалуйста, пожалуйста. Я прошу тебя, я хочу с тобой разговаривать. Я хочу тебе все рассказывать. Ты со мной и прежде разговаривал, Тило. Только я тебя плохо слушал. Но теперь мне будет понятно все, что ты говоришь. А сейчас ложись. Вот так, молодец. До свидания, Тело. До свидания, мой маленький хозяин. Я тебя люблю. Я вас обоих люблю, насколько вы заслуживаете это. Ну, вам пора в постель, дети. Идемте. Пришел и мой черед проститься с вами. Нет, Свет, не уходи, нам будет очень плохо. Увы, я не могу остаться. Побудь еще с нами, ну, пожалуйста, Свет. О, не надо. Не плачьте, мои миленькие. Я никогда не покину вас. Мы не расстанемся. Я с вами всегда и повсюду, в каждом солнечном луче, упавшем на землю, и в каждом светлячке, в каждой свече, в каждой лампе. И даже в ваших собственных мыслях, если они светлы и добры. Ну, Свет, подожди хоть минуточку. Не уходи, Свет, пожалуйста. Свет! Свет! Какой тебе еще нужен свет? Уже давно рассвело. Мы с папой ждем вас завтракать. Вставайте, лежебоки. Мама! Да? Мама, это ты? А кого ты ожидал увидеть? Ой, ма, как здорово, что это ты! Дурачок. Одевайся. Ну-ка, просыпайся. Соня. Мама. Мама, это и вправду ты? Разумеется, я. Ну что, я так разве изменилась со вчерашнего вечера?
Нос у меня не на том месте, что ли? Ой, опять я дома, как хорошо! Ну, будет, будет вам. Быстро, одевайся. У нас была целая куча всяких приключений, где мы только не побывали. Сперва мы были в гостях у бабушки и у дедушки. Бабушка все болеет ревматизмом. А дед так и ходит на деревяшке. Потом мы пошли в большущий мрачный дворец. Мы искали синюю птицу. Мама, а еще мы были в лесу. Ага, ночью совсем одни. Что ты, с нами был тело? И телета. И хлеб, и молоко. И сахар. И огонь, и вода. А мы тебя видели. Там ты была другой. Но мне ты больше нравишься такая. У нас был такой алмаз. Волшебный. А? Стой спокойно, Метель. Хватит баловаться. Я по-хорошему тебе говорю. Где он? Ну где он? А, да что это сегодня случилось с вами? Немедленно приводите себя в порядок и вниз. Завтрак на столе. Наверное, он Свету нужен. Как все красиво у нас. Как уютно, как светло. Здравствуй, огонь. Здравствуй, вода. Она что-то говорит, но мне уже сейчас не понять, что. Здравствуй, хлеб. А ему не больно? Здравствуй, сахар. Здравствуй, молоко. Ты что, сынок, все еще спишь? А ну, просыпайся. Я-то уже проснулся, это ты спишь. А как мы с Тильтилем рады, что у нас скоро будет братик. Что? Да, в июне. Тило, иди сюда. Сиди, Тило. Что ж ты молчишь? Разговаривай. Что ты сказал? А неплохая драка была ночью в лесу, ты помнишь? А ну-ка, покажи твой язык. Пожалуй, надо позвать доктора. Что с тобой, Тильтиль? Да я не болен. Я просто счастлив. Тильтиль, иди сюда. Горлица стала синей. Ой, и правда. Вчера вечером она не была такой синей. Это та синяя птица. Мы синюю птицу искали везде. Она была у нас дома. Мы отнесем ее больной девочке. Она, конечно, не совсем синяя, но это ничего. Нам надо спешить, а то они иногда меняют цвет. Что? Ты собираешься отдать свою горлицу? Болеет она. Ей нужна птица. Бегите. Это синяя птица. Ты теперь будешь счастливой. Какой ты добрый. Спасибо. Не смущайся. Но, может, не очень синяя. Ну что ты? Я видел много совсем синих, но поймать ни одной не мог. А!
зачем плакать? Не стоит. Я ее поймаю. Того, кто найдет эту птицу, просим ее возвратить нам. Она очень нам нужна для будущего, для счастья.